Так, давайте все-таки посмотрим, что было внутри. Ничего, никакого вау-эффекта в плане упаковки или подачи продукта у нас здесь нет. Черно-золотая идентика с цепями. Очень прикольный вот этот квиток, на котором написано, что если тебе будет крепко, добавь легкий бустер. Если тебе будет крепко, ну, хоть и покупаешь крепкие продукты. Вообще, продукт позиционируется как продукт для профессионалов. На эту тему сгорел и улетел менеджер по маркетингу компании DarkSide Константин Лапутин. Конечно же, это сомнительное позиционирование. Ну, позиционирование, которое заставляет многих блогеров негативно высказываться, а это значит так или иначе освещать продукт в своих социальных сетях. Я к такой подаче в целом отношусь нейтрально, то есть она не вызывает у меня какого-то там нереального возмущения.